Ну вот поговорили о женщинах, об отношениях, и я что-то ударился в воспоминания. А с другой стороны, что еще остается делать в моем возрасте? В конце 90-х, начале 2000-х я довольно часто встречался с женщинами, с которыми познакомился в интернете. Но в то время все было как-то проще, и даже не потому, что женщины были другие. Нет, они остались те же самые. А проще было в плане застройки. Тогда даже в непосредственной близости от Москвы можно было отъехать в поля и трахнуть ее прямо в машине. А сейчас везде коттеджи, заборы, шлагбаумы. Кстати, первый раз я что-то себе намотал на конец, по-моему, это был трихомониаз, от женщины, которой на тот момент было 16 лет. Ну а потом, конечно, бывало разное, но, слава богу, ничего серьезнее трипера или хламидии я от бабы не ловил. Что еще запомнилось, сказать сложно, потому что все воспоминания как-то слились в один сплошной ряд. Ну вот, например, запомнилась первая женщина, с которой у меня был групповой секс. Лица я ее не помню, но помню, что ее звали Света, королева минета. Если память мне не изменяет, то ебали мы ее, по-моему, впятером. То есть пока двое ее трахали, один раком, один в рот, остальные трое курили в ожидании своей очереди. Вообще, конечно, наверное, много всего интересного было, но об этом не расскажешь, потому что если я об этом начну рассказывать, то YouTube меня точно заблокирует. И за все это время я узнал женщин достаточно хорошо для того, чтобы не питать на их счет никаких иллюзий. Ни в моральном, ни в физическом плане. У меня было очень много замужних женщин. И меня самого женщины также очень часто пытались увести от жены. И после всего того, что я узнал о женщинах за годы своей жизни, я могу вам дать только одну рекомендацию. Не надейтесь.